Стоит произнести имя Виктора Васнецова, и многим привидятся одни и те же картины. Заскачет на лукавом сером волке Иван-царевич, увозя в неведомое загрустившую царевну, глянет строго вдаль, из-под широкой ладони Илья Муромец, зафырчат гривастые кони под верными товарищами-богатырями, пригорюнится у пруда Алёнушка. Держаться корней и возрастить на них свой сочный, узнаваемый, неподражаемый стиль – вот секрет васнецовского мастерства, которым восхищались многие современники и который помнят потомки. Начав как жанрист, а затем прорастив зерна, подзавявшего было романтизма на народной русской почве, прибавив к тому искреннюю любовь к родной культуре, ратуя за ее возрождение, Виктор Васнецов, живописец, график, иллюстратор, театральный художник, профессор церковной живописи, архитектор, прослыл лучшим сказочником среди мастеров русской кисти. Друг Васнецова, художник Нестеров, описывал, каким Виктор Михайлович предстал перед ним при первой встрече. Высок ростом, пропорционально сложен, типичный северянин с длинной русой бородой, с небольшой головой, с русыми же волосами, прядь которых спускается на хорошо сформированный лоб, с умными голубыми глазами, полными губами, с удлиненным правильным носом. Фигура и лицо дышали энергией, силой, здоровьем. А вот словесный портрет работы Прахова. Яркий облик великого русского художника-классика неразрывно связан с добрыми серо-голубыми глазами, длинной, сходящейся долотом, светло-русой бородой, с огромной полукруглой палитрой, широкими кистями, муштабелем и длинным, когда-то синим, а теперь полинялым халатом, живописно замазанным не отмывающейся масляной краской. Сухая сила древней закваски жила в обоих Васнецовых, Викторе и его брате Аполлинарии, писал великий русский певец Шаляпин и признавался, что успехом созданного им образа Ивана Грозного в опере Римского-Корсакова «Псковитянка» обязан Васнецову, а точнее, васнецовскому эскизу к портрету сурового царя. Очевидцы описывают Васнецова как человека доброго и душевного, искреннего и сердечного, негневливого, общительного и радушного, жизнь ведшего здоровую и интересную, еду предпочитавшего сытную и простую, семью имевшего дружную, сплоченную, хотя и несколько домостроевскую. Был скромен. Профилей своих и анфасов я весьма недолюбливаю. Сын Алексей вспоминал, каким отец был чудным рассказчиком и чтецом, как, зацепившись за любой случайный образ, на ходу придумывал для ребятни сказки, которые мог складывать с продолжением из вечера в вечер, как талантливо играл в мамонтовских постановках. На всех собраниях отец был душой общества, всегда первенствовал в разговорах, спорах, всегда при нем было оживленно, сыпались анекдоты, шутки, слышался смех, или шли горячие шумные споры, разговоры на серьезные темы. Особенность его обаяния заключалась в том, что он не старался играть никакой роли, он всегда был самим собой, в спорах, шутках, рассказах, чтении, простым, веселым, увлекающимся человеком. Отдавался тому, что делал как ребенок всей душой. Была ли это его работа или веселый разговор. Оттого все у него выходило так привлекательно и интересно. Все любили с ним беседовать и общаться, писал Алексей. Виктор Михайлович Васнецов писал,
Происхождение моей фамилии совершенно русское, как я сам. Жил в старые годы в нашей стороне Василий, по обычному сокращению Вася. Дети его и вообще домочадцы и родичи прозывались по обычаю же Васины. Главный уродец стал прозываться Васин, а его домочадцы и родичи звались Васинцы. Следующее поколение уже начали прозываться Васинецовы. Фонетически правильно произнести, выбросив «и». Васнецовы. Родился будущий художник 3 мая 1848 года в селе Лапьял Вятской губернии в счастливой семье потомственного священника Михаила Васильевича и жены его Аполлинарии Ивановны. О своих дедах и прадедах позже писал: «Все попы и переинтересные люди». 2 года спустя семья переехала в окруженное лесами село Рябово. Уже будучи взрослым, Виктор с теплотой вспоминал прогулки по полям под звездным небом, во время которых отец вел с ними, детьми, философские и религиозные беседы. Своих деревенских товарищей. Я жил в селе среди мужиков и баб и любил их не народнически, а попросту, как своих друзей и приятелей. На посиделках он слушал их песни и сказки, сидя на печи при свете и треске лучины. Заслушаться было чем. И дед, и бабушка рассказывали превосходно. В семье было 6 сыновей. Во взрослой жизни Виктор наиболее сблизился с младшим братом Аполлинарием, с которым разделил и кровь, и ремесло. 3 из братьев, Николай, Аркадий и Александр, стали учителями. Петр – агроном. Аркадий организовал в Вятке столярно-резческие мастерские и по эскизам своих старших братьев-живописцев изготавливал разную мебель. Неудивительно, что 2 брата с раннего детства увлеклись рисованием. У Васнецовых это в крови. Рисовал их отец Михаил Васильевич и была художницей бабушка Вичтомова. А прадед Козьма Васнецов окончил рисовальный класс духовной семинарии. Первыми сюжетами для мечтателя, живущего за много верст от моря, стали корабли и морские сражения. После он начал рисовать по памяти пейзажи, родные холмы, леса, куда с малолетства бегал по грибы и портреты окружающих. Предполагалось, что мальчик пойдет по стопам отца. 10 лет от роду Виктор был отдан в Вятское духовное училище, а по окончании поступил в духовную семинарию. Обучение рисунку в семинарии было поставлено неважно, и развитию художественного таланта Вити способствовали больше природная склонность и постоянные упражнения. Рисовал в период учения в Вятке Васнецов много, оттачивал умение практикой. В итоге рисунков набралась целая папка, которую художник позже хранил долгие годы. А в 18-летнем возрасте семинарист Васнецов получил свой первый заказ, подготовил цикл из 60 рисунков к сборнику Тропицына «Русские пословицы и поговорки». Умение и страсть к рисованию созрели до того, чтобы стать профессией. В 1867 году Васнецов оставил семинарию и в августе с 10 рублями в кармане прибыл в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств. Перед отъездом он, правда, выставил на аукцион 2 свои первые картины маслом «Молочница» и «Жница», чтобы выручить средства на поездку, но деньги нашли его с опозданием. Экзамен по рисунку юноша сдал успешно,
но по недоразумению был уверен, что в академию не поступил. На будущий год Веснецова приняли в академию по прежним результатам, без экзамена. Что такое год в чужом городе в ожидании новой попытки, дело известное. Первая осень в столице оказалась неприветливой, пришлось и поголодать. К счастью, отыскался в Петербурге дядюшка, который приютил паренька. Принял живое участие в его судьбе и брат ректора Вятской семинарии Красовский, благодаря которому перед Рождеством будущий художник наконец-то получил неплохую по его ситуации должность. Через него я поступил к Ильину, полковнику генерального штаба, в картографическое заведение за 25 рублей в месяц и рисовал там на камне, пером и карандашом, что придется. Раз пришлось рисовать даже географические горы на карте. У него же был нарисован конек-горбунок, им и издан. Первой работой Васнецова у Ильина были литографии книги «Царскосельский арсенал или собрание оружия», принадлежавшего его превосходительству императору Александру Николаевичу, выполненные по рисункам Рокштуля. Той зимой перед поступлением в академию Васнецов занимался в рисовальной школе на Бирже при обществе поощрения художников и там познакомился с Крамским, преподавателем этой школы. У полковника Ильина Васнецов жил, пока не подружился в академии с Ребиным, а затем переехал к новому товарищу в дом Шмидта на пятой линии Васильевского острова. Отвлечемся немного от судьбы художника и вспомним, какие идеи волновали общество и владели умами передовых петербургских студентов, когда он делал свои первые профессиональные шаги. Только недавно, в 1861 году, отменено крепостное право. Тема народничества витает в воздухе. Подпольщики шумят о необходимости крестьянской революции и раздачи земель и устраивают хождение в народ. Студенчество, во все времена остающееся неравнодушным к любой социальной несправедливости и склонное к обличению недостатков окружающей действительности, к идеям этим было весьма восприимчиво. В искусстве прослеживались две показательные для становления Васнецова как художника тенденции. Во-первых, в близкой ему среде креп критический реализм, который задал направление раннему этапу творчества художника. По собственному признанию Васнецова, Илья Репин оказал немалое на него влияние. В первые годы их дружбы Репин пишет «Бурлаков на Волге», одно из самых ярких полотен, характеризующих художественные идеалы начинающих свою деятельность передвижников. Во-вторых, креп интерес к фольклору. Публиковали сборники сказок, блин, песен, пословиц и поговорок. В 1863-1866 годах вышел толковый словарь живого великорусского языка «Даля», обращающий народные диалекты в предмет любования и исследования. На этой почве любой художник к народному творчеству укоренялась и крепла. Работая со сказкой в качестве иллюстратора-графика, Васнецов задумался и о том, как раскрыть полюбившуюся тему в области станковой живописи. Итак, Академия. Кроме Репина, Васнецов познакомился здесь с Антокольским, Поленовым, Суриковым, Праховым, обучался у Басина, Верещагина, присутствовал на уроках обожаемого учениками исторического живописца Чистякова, которого безмерно уважал и чьим мнением дорожил. Репин и Антокольский устраивали вечера, где читали вслух, спорили, общались. Васнецов любил участие в этих вечерах. На одном из них услыхал чтение «Былин» и долго был под сильным впечатлением. Об успехах Виктора в Академии можно судить хотя бы потому, что уже на первом году обучения он был переведен в натурный класс. Две его работы отмечены малой серебряной медалью.
рисунок два обнаженных натурщика и этюд, а рисунок «Христос и Пилат перед народом» – большой серебряный медаль. Две малые серебряные медали давали право на звание свободного художника, а большая серебряная медаль – название классного художника. Таким образом, мастерство Вятского самоучки было признано довольно быстро, но звание он, как мы увидим позже, так и не получил. Работу художника-иллюстратора Васнецов продолжал. Оформил народную азбуку, солдатскую азбуку, Столпянского, дешевые, весьма популярные книжицы, выдержавшие множество переизданий, а также несколько детских книг. Петербургский климат мало кому идет на пользу. Закашляв, поехал художник провести теплое лето 1871 года в Киеве, поработать над иллюстрациями гоголевского Тараса Бульбы, да подхватил там холеру. Подкрепнув, отправился прямиком в Вятку с намерением год провести там и поправить здоровье. Родителей уже несколько лет как не было в живых, но хотелось повидаться с братьями, поддержать их. Часть гонорара за иллюстрацию азбуки Виктор затребовал учебниками по естественной истории для брата Николая, школьного учителя. Приезды Виктора на каникулы 1870 и 1871 годов немало поспособствовали художественному росту Аполлинария. Старший учил, советовал, помогал, правил, вдохновлял и поддерживал. С 1872 года Васнецов начал заниматься не только графикой, но и живописью, изображая жанровые сцены в передвижническом духе. Нищие певцы, рабочие с тачками, чаепития в трактире, преферанс. Участвовал в выставках общества поощрения художеств, передвижных, в Лондонской международной выставке избранных произведений. О нем заговорили. В 1873 году произошло замечательное для всего художника той поры событие. Впервые картину Васнецова «Рабочие с тачками» приобрел Третьяков. Знаменитый коллекционер и меценат увидел работу еще до ее окончания и дописывал ее Васнецов в соответствии с пожеланиями Третьякова. Пожелания же были довольно аккуратными, не переписывать уже готовых фрагментов. Работая над жанром, Васнецов начал задумывать и совершенно другие работы. Замыслы позже воплощенных картин «Витязь на распутье», «Богатыри» и эпического полотна после побоища Игоря Святославича с половцами рождались уже в годы студенчества. Противоположения жанра и истории в душе моей не было. И стало быть, и перелома, или какой-либо переходной борьбы во мне не происходило. Я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах, статуях, вообще каком бы то ни было произведении искусства, сказывается весь цельный облик народа, внутренний и внешний. С прошлым и настоящим, а может быть и будущим. Только больной и плохой человек не помнит и не ценит своего детства и юности. Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории, писал Васнецов. Учеником Академии художеств Васнецов оставался до февраля 1875 года. В выданном Академии свидетельстве читаем.
При отличном поведении оказывал весьма хорошие успехи в живописи. Тем не менее, из Академии художеств Васнецов был изгнан. Поленов вспоминал, что выгнали его друга за политические взгляды. Он в то время был либерален. У него произошли неприятности. И это заставило администрацию проститься с талантливым учеником. Вряд ли в Академии воспринимали с восторгом и близость Васнецова к передвижникам. Виктор получил предложение сдать экзамен по наукам и выпуститься со званием, положенным согласно полученным медалям. Но по болезни сдать экзамен не смог и был просто исключен. Репин, как пенсионер Академии художеств, отправился за границу для изучения зарубежной живописи. А как только обосновался в Париже в 1873 году, стал активно приглашать к себе друга и бывшего соседа по квартире. Не сразу Васнецов смог принять это приглашение, но продав книжную лавочку Третьякову, в марте 1876 года он наконец-то отправился в французскую столицу. В ту пору тут, кроме Репина, находились Крамской и Поленов. Розы Парижа оказались не в силах опьянить путешественников своим ароматом. За редким исключением собрания картин Лувра и Люксембурга разочаровали Васнецова. Петербургский Эрмитаж он находил куда более богатым. Не порадовали современные французские художники, среди которых львиная доля показалась подражателями. Общее впечатление от зарубежного изобразительного искусства скучно. Технично, но бессодержательно. Красота без сердца. Как холста-то жаль. О том же твердили Крамской, Репин, Суриков. Васнецов поражался тому, что прежде в их среде было модно считать зарубежное искусство высоким эталоном. А при ближайшем рассмотрении оказалось, что российские авторы куда как глубже. И гораздо ярче выражена их индивидуальность. Однако во Франции Васнецов оставался более года. Уже и друзья разъехались, а Виктор, преодолевая приступы накатывающей тоски, трудился в пригородной Медоне над картиной «Балаганы в окрестностях Парижа». Акробаты 1876 года исполнены в Бухаре. К его печали парижская публика салона Елисейских полей простой сюжет из народной жизни вниманием обошла. В Париже был окончен заказ издательства «Водовозовой» иллюстрации к истории европейских народов. На чужой стороне ничто более не держало. Тем временем на родине удачно продалась картина, и у художника появились средства на дорогу домой. Неприятие чужбины только усилило любовь к родному, исконному, что и определило дальнейший творческий путь художника. Здесь же, в Париже, был изготовлен первый эскиз к Богоматерям, писанный сидящего на лошади Поленова.
мае 1877 года Васнецов вернулся в Петербург, а в ноябре женился на своей землячке Александре Владимировне Рязанцевой. Саша родилась в вятской купеческой семье, окончила гимназию и уехала в Петербург учиться на первых женских врачебных курсах медико-хирургической академии при Николаевском военном госпитале, став таким образом одной из первых женщин-врачей в стране и пойдя по стопам своего знаменитого родственника, хирурга и офтальмолога профессора Караваева. Выйдя замуж, Александра Владимировна пожертвовала карьерой ради семьи. Забегая вперед, скажем, что брак этот окажется крепким, долгим и счастливым. У Васнецовых родится 5 детей. Дочь Татьяна, которая станет художницей, и сыновья Борис, Алексей, Михаил, математик-астроном, Владимир, профессор, основатель кафедры ихтиологии Московского университета. Куда бы ни уезжал глава семьи, отовсюду он слал жене письма, в которых звучат ноты нежности и тревоги за поневоле оставленное семейство, ласковые прозвища «Шура», «Сашурочка», «Голубушка», «Милая моя», «Дорогая мамушка». Осиротевший в ранней юности Виктор станет называть мамой мать своих детей, по отзывам очевидцев, всегда спокойную, ласковую, хозяйственную женщину. Из-под кисти художника выйдут портреты родных и любимых, которые порой послужат и прототипами васнецовских персонажей. Нестеров так вспоминал свой первый визит в дом Васнецовых. Выбежали ребята, все они в стиле Васнецова, а один из них, мой любимец, встречается во всех серафимах и херувимах. Если вечером после трудового дня оставались силы, Виктор Михайлович рассказывал собиравшимся вокруг него детишкам придуманную сходу историю или читал вслух. Васнецов выбирал для малышей сочинения Гоголя, Лермонтова, Шекспира, Жюль Верна. По ходу чтения делал необходимые пояснения. Он решительно отвергал грешившие слащавостью детские книги, полагая, что настоящая литература понятна человеку любого возраста. Чудо, что за елку устраивали на Новый год. Покупные украшения не жаловали. Мастерили сами, яркие, необычные, то бабочек, то диковинные цветы, паяцы, дворцы, избушки на курьих ножках. Ни одна елка не была похожа на другую. Глава семьи каждый раз выдумывал новую тему для елки. И подивиться на это произведение искусства собиралось множество гостей. Шили костюмы, представляли живые картины. Стараясь сохранить оптимизм, Васнецов по поводу Нового года говорил так. Если в старом году не случилось ничего худого, то надо всегда быть ему благодарным. А если еще и хорошее что случилось, надо уже ура в честь его кричать. Для молодого супруга 1878 год был ознаменован несколькими важными событиями. В марте Виктор Михайлович вступил в товарищество передвижных художественных выставок. Тогда же чета Васнецовых переехала в Москву. В чужом городе они не одиноки. В то же время в Первопрестольную перебрались давние товарищи – Репин, Поленов и Суриков. Позже художник твердил, что здесь по-настоящему ощутил себя дома. Больше ехать уже некуда. Кремль, Василий Блаженный заставляли чуть ли не плакать, до такой степени все это веяло на душу родным, незабвенным. Но в ту пору нет-нет, да и признавался друзьям, что пока еще не прижился на новом месте, хотя и связывает с этим городом большие надежды. Окончена первая картина былины сказочного цикла «Витязь на распутье», первый вариант, которые вместе с другими новыми работами «Карс» взяли, «Военная телеграмма»
и парижскими акробатами участвовала в 6-й передвижной выставке. Поначалу дела не клеились, картины не продавались, работы не было, и Виктор вынужден был перехватывать сотню-другую старшего товарища Крамского. Но вот подвернулась крупная работа – 25 портретов для Румянцевского музея по заказу его директора, этнографа Ташкова. Да и картинка парижская не пропала, купил ее ни много ни мало сам император Александр III. Летом в душной столице скука, и молодые отправились в родную Вятку. Эти каникулы Васнецов, не забывая между делом портретировать новых родственниц, матушку и бабушку жены, посвятил работе над эскизами к картине «После побоища Игоря Святославича с половцами». Ох, шуму наделает эта работа, навеянная некогда чтением слова о полку Игореве пару лет спустя, когда будет выставлена на 8-й передвижной дуэтом с другой новинкой Васнецова «Ковер-самолет». Что за несерьезная тема? Ругали. После побоища за все. Тему, технику, чрезмерную реалистичность фантазийного сюжета. Многие передвижники не одобрили нового курса, взятого их товарищем по кисти. Пытались препятствовать попаданию картин на выставку. Из-за этого Васнецов на долгие годы раздружился со знакомым со времен Академии художеств-критиком Стасовым, бывшим поклонником его жанровых работ. Их отношения возобновятся только к полувековому юбилею художника. Нелицеприятные отзывы публиковались в «Московских ведомостях», в «Русской газете». Тем более горячо ценил живописец каждое доброе слово, сказанное в свой адрес. Поддержали и поняли Васнецова Крамской, Репин. Тронуло до слез теплое письмо высокочтимого преподавателя Академии художеств Чистякова. Поэтом художником называет тот любимого ученика, да и сам не хуже поэта воспевает его сильного духом героя, который, и будучи павшим на поле брани, наводит ужас на врага. Суд людской судом, молва молвой, а полотно было приобретено дальновидным Третьяковым. «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства» и «Битва скифов со славянами» – три картины, подготовленные Васнецовым по заказу Саввы Ивановича Мамонтова, предпринимателя и мецената, который в ту пору окончил строительство Донецкой каменноугольной железной дороги и хотел этими работами украсить центральный вокзал. По воспоминаниям сына Мамонтовых Всеволода, «Битва скифов со славянами» символизировала прошлое Донецкого края. Три царевны подземного царства, богатство его недр. Ковер-самолет – сказочное средство передвижения. И все вместе – сказочные перспективы возрождения и развития края благодаря новой дороге. Но задумка и ее воплощение оказались не близки обывателям и чиновникам. И картины украсили дома Саввы Ивановича и его брата Анатолия. Детишки Мамонтовых часами простаивали, стоив дыхание, в столовой перед огромными полотнами, пока старый швейцар не выпроваживал их с ворчанием. «Ну чего же вы ждете? Приходите завтра и увидите, кто оказался победителями – русские или татары». В эти годы Васнецов сдружился с Третьяковыми, Павлом Михайловичем и его супругой Верой Николаевной, стал у них бывать. Вера Николаевна, урожденная Мамонтова, чудесно музицировала, а Васнецов хоть и сам не играл, но тонко чувствовал музыку. Тогда же он сошелся с Саввой Ивановичем Мамонтовым и женой его Елизаветой Григорьевной, просвещенной, умной, сведущей в искусствах особой. И эта дружба открыла новую чудесную страницу жизни Васнецовых.
Стоит на горушке небольшая избушка на курьих ножках с темным окошком. В тени вековых сосен укрылась, из крепких бревен не покосилась. На коньке конская голова, под коньком летучая мышь и сова. Козырек соломой укрыт, того и гляди, ступа заскрипит, помело засвистит, баба-яга прилетит. Нет, это не начало народной сказки. Избушка эта бережно сохранена в музее-заповеднике Абрамцево, что недалеко от города Хотьково, а построил ее Виктор Васнецов, чтобы порадовать детишек гостеприимного хозяина усадьбы, Савы Мамонтова. Оказаться в сказке очень просто. Километра 2 от станции через лес, кружащий голову чистейшим воздухом, с ароматом сосновой смолы, да по шоссе. Любуюсь изгибами речушки Вори и горбатыми мостиками над прудом. Потом чуток горку, и вот мы у ворот. Над обрывом, словно спящая царевна в хрустальном саркофаге, дремлет построенный Михаилом Врубелем в 1915 году керамический диван, укрытый ныне для сохранности стеклянным павильоном. Строго глядя с него, расписные птицы сирены. Можно стать рядом, оглядеться окрест и узреть те самые просторы, лесистые склоны да серебристую рябь на воде, которыми любовались когда-то Поленов, Репин, Серов, Нестеров, Коровин, Левитан, Антокольский и оба Васнецовых, и другие замечательные художники. Слово «живописные» применительно к этим местам не просто эпитет. За ним стоят целая галерея полотен, что были созданы на этой в любое время года богатой натуре, целая плеяда великих имен. Когда этого дивана еще и в помине не было, вот так же стоял над обрывом высокий человек в синей блузке, смотрел задумчиво вдаль из-под руки, а после рождались Аленушка, Иван-царевич на сером волке, богатыри. Прежними хозяевами Абрамцева была семья писателя Аксакова, у которого гостили собратья по перу, Тургенев, Тютчев. Особо дорогим и любимым гостем был Гоголь. Когда усадьбу, к тому времени уже обветшавшую и пришедшую в запустение после смерти хозяина, приобрели Мамонтовы, они создали в этих благодатных краях райский уголок культуры, искусства, ремесел и русского зодчества. Полные очарования будни абрамцевского кружка в воспоминаниях очевидцев предстают праздником общения благородных, талантливых, стремящихся к созиданию людей. В холодное время года кружок базировался в московском доме Мамонтовых на Садовой Спасской. Весной же хозяева и гости перебирались в обустраиваемую с каждым годом усадьбу, где был бережно сохранен дух предыдущего хозяина Аксакова, его картины, рукописи, книги, мебель. Бывали здесь и вышеперечисленные художники, и многие другие, и мастера театральной и оперной сцены, Станиславский, Ермолова, Шаляпин. Кто-то рисовал или лепил с натуры, кто-то позировал. Раз Мамонтов, Репин и Васнецов затеяли вылепить портреты друг друга и успешно воплотили эту задумку. Делились секретами мастерства, читали вслух, пели и играли, ставили любительские спектакли. Дошло и до создания частной оперы, были открыты музеи русского быта и столярно-резческая мастерская. Отдыхая от трудов праведных, члены кружка гуляли веселой компанией по округе, играли в городки, слушали птиц, фотографировались на фоне парка. Бывал у Абрамцева и младший Васнецов Аполлинарий. В 1878 году он жил у старшего брата в Москве. Учился у Виктора живописи, познакомился с художниками его круга, а позже стал приезжать в имение Мамонтовых. Скромный, талантливый, он писал восхищавшие окружающих пейзажи, и хотя в деятельности кружка был чаще наблюдателем, много работал в Абрамцеве как живописец. Thank you.
Васнецов органично влился в мамонтовскую компанию и внес в ее деятельность значительную лепту. В 1879 году он дебютировал в роли гетовского Мефистофеля в одной из святочных живых картин, полюбившись и взрослым, и детям. А позже, когда под Рождество 1882 года на Садовой ставили Снегурочку Островского, сыграл в пьесе «Морозы», подготовил декорации, поразив всех искусностью своих красочных фантазий о Берендеевом царстве. В 1885 году, вдохновленный успехами и удачными декорациями Васнецова, Мамонтов поставил оперу «Снегурочка» Римского-Корсакова на сцене своей частной оперы. И снова декорации, а теперь еще и костюмы, придумал Виктор Михайлович. Много позже, когда частная опера Мамонтова гастролировала в Петербурге, критик Стасов в журнале «Искусство и художественная промышленность» писал об этих декорациях. «Никогда еще ничья фантазия не заходила так далеко и так глубоко в создание архитектурных форм и орнаментистики Древней Руси, сказочной, легендарной, былинной. Все, что осталось у нас в отрывках бытовых от древнерусской жизни, в вышивках, лубочных рисунках, пряниках, деревянной древней резьбе, все это соединилось здесь в чудную, несравненную картину». Васнецов стал единым вдохновителем распространившегося среди мамонтовцев увлечения русской стариной. Это он, посмотрев акварели Поленова с бытовым народным узорочьем, скопированным во время поездок за экспонатами, уговорил Елену Дмитриевну не оставлять эту красоту лишь на бумаге и воплотить ее в прикладном искусстве. После этого в столярных мастерских, которые Мамонтова открыла одновременно со школой, чтобы дать деревенским детишкам не только образование, но и профессию, под руководством Поленовой началось производство резной мебели и утвари, несколько эскизов которой сделал и Виктор Михайлович. Самыми наглядными следами деятельности Васнецова-Абрамцева стали построенные по его проектам Спасская церковь, беседка-избушка на курьих ножках и пристроенная к церкви в 1892 году часовенка. Проекты церкви готовили с Поленовым, принимавшим самое горячее участие в возведении храма. Многие художники приложили к нему руку, писали образа, эскизы, орнаменты. Женщины шили хоругви, Антокольский высек барельеф с головой Иоанна Крестителя. Сам Васнецов принял участие и в росписи, и в изготовлении мозаичного пола. Все были чрезвычайно вдохновлены затеянным строительством. Участники кружка давно увлекались древнерусской архитектурой, начав ее изучение по московским памятникам, продолжив поездками по Подмосковью и Ростовской, Владимирской, Ярославской и другим областям. Елизавета Григорьевна стала близким другом Васнецова на долгие годы. Если в письмах к жене Виктор Михайлович чаще излагал бытовые переживания, сел не на тот поезд, устал с дороги, то послания к Мамонтовой полны размышлений об искусстве, художественных и духовных исканиях. С ней он обсуждал творческие задумки, успехи и трудности, прислушивался к ее советам. Прочувственные речи на вечере в честь 15-летия Мамонтовского кружка Васнецов объяснял: «Так крепко привлекает нас всех к этой семье, конечно, и ласка хозяина, и хозяйки дома. Но, очевидно, есть нечто и другое. И это другое – живая художественная душа их обоих. И творческий талант самого Савы Ивановича. Это способность возбуждать и создавать кругом себя энтузиазм. Работая с ним, не мудрено взвиться и повыше облака ходячего».
Бывая в Абрамцеве, Васнецовы жили в Яшкином доме. Так называли дачу, стоявшую поодаль от основной усадьбы, построенную специально для гостей. Яшка – домашнее прозвище Верушки, дочки Мамонтова, серовской девочки с персиками, которая любила этот домик и считала своим. Дачка была небольшой, и специально для Васнецова хозяева заботливо пристроили к ней терраску и художественную мастерскую. Вокруг разбили сад. Здесь Виктор Михайлович работал над своими богатырями, для которых ему позировали иногда Поленов, иногда сын Мамонтовых, Дрюша, Андрей. И над фризом «Каменный век» для исторического музея оканчивал Аленушку. В 1882 году Тургенев и Толстой затеяли выпуск сборника рассказов для детей и привлекли к делу прекрасных художников – Васнецова, Репина, Сурикова, Маковского. Виктору Михайловичу выпало иллюстрировать рассказ Тургенева «Перепелка». Писатель был так доволен, что признался Толстому: «Моей перепелке вы делаете слишком большую честь, снабжая ее рисунками таких художников, как Васнецов и Суриков. Она только тем и хороша, что послужила материалом для их таланта». Однажды в Абрамцево прибыл почетный гость. Адриан Викторович Прахов, в ту пору председатель комиссии по внутренней отделке Владимирского собора в Киеве. От обедов Адриан Викторович отправился в Яшкин дом и за чаем предложил своему давнему другу Васнецову заняться росписью собора. По воспоминаниям Прахова, Васнецов поначалу решительно отверг это предложение. «Меня, — говорил он, — совсем другие темы сейчас занимают, русские былины и сказки. В этой области, сам знаешь, конкуренция уж очень большая. Трудно сказать что-нибудь свое, что не будет похоже ни на Рафаэля, ни на Мурилью. Сейчас тебе критики на это сходство укажут». Спорили допоздна, так ни о чем и не договорившись. Прахов ушел ночевать в большой дом и утром уехал в Киев. А Васнецов не спал всю ночь, сомневался, верно ли поступил. Тут он вспомнил, как однажды весной в солнечный день жена вынесла на руках на улицу маленького Мишу, а тот от радости всплеснул ручонками. И художника озарило, что это лучший образ Богородицы, простой и естественный. Когда Прахов прибыл в Киев, его уже ждала телеграмма с согласием от Васнецова. Прежде чем приступить к работе над росписями, Васнецов для изучения монументальной живописи эпохи Возрождения отправился в Италию. Так советовал Прахов, да и Мамонтовы, бывавшие в Риме для поправки здоровья Андрея, восторженно отзывались о земле, которой касались стопы мастеров античности и Ренессанса. Через Вену и Варшаву проследовал Венецию, Равенну, Флоренцию, Рим, Неаполь. Странствовать наш герой не любил. «Путешествовать – тяжелая обязанность», – писал он своей голубушке Шуре. Вторая поездка за границу сопровождалась его вздохами и сетованиями на дорожную скуку и разлуку с родными. Александра Владимировна с детьми, которых к тому времени уже было четверо, оставалась дома. Целый месяц весны 1885 года Виктор Михайлович бродил по музеям и соборам, изучал мозаики и фрески, зарисовывал орнаменты. Что-то тронуло, что-то оставило равнодушным. Подлинным же кумиром для Виктора Михайловича стал Микеланджело. Бесценные впечатления, полученные от этой поездки, не пошли прахом. На долгие 10 с лишним лет работа над росписью Владимирского собора станет делом жизни Васнецова. Лето перед отъездом в Киев провели в Абрамцеве. Начать работу над эскизами для собора можно было и там.
а на чужбину художник не спешил. Абрамцевцы провожали Васнецова с грустью. Расставаться не хотелось. На прощание Гиляровский поднял тост. «Пью за то, чтоб собраться нам снова, и чтоб я повторить снова мог. За счастливый возврат Васнецова в этот сплоченный дружбой кружок». С 1885 года, 16 августа, в 6 часов вечера, я совершил свой въезд в Киев совместно с государем. Только он въезжал с вокзала, а я с товарной станции. Его встречал весь город, а меня только дядька Охрим с телегою. Так что я в Киев вошел торжественно пешком. А багажи дети были погружены на телегу дядьки Охрима. Представителей города Киева я уже не стал дожидаться на станции, ибо слишком устал с дороги. Вечером в честь нашего приезда была великолепная иллюминация. Шутливо повествовал художник. Работа шла. Эскиз рождался за эскизом. За все время работы их накопится 150. Настало время и на леса подняться. С лесов этих живописцу случалось и падать не раз. Охране труда тогда значения мало придавали. Младший Брахов вспоминал, что русское искусство не раз рисковало понести потери во время таких незапланированных полетов из-под купола собора. Брахова были гостеприимными и веселыми, хотя несколько эксцентричными людьми. Общество у них собиралось самое разномастное. С приездом Васнецова художественная жизнь в Киеве оживилась. С его подачи стали проходить выставки. Местные живописцы и несколько приезжих объединились, организовав Южно-Русский союз художников. В водовороте новой жизни Виктор скучал по оставленным друзьям, по музыкальным вечерам у Третьяковых, по милым абрамцевским собраниям. Надеялся привлечь к работе Поленова и Сурикова, но те по различным причинам отказались. Зато приезжал Аполлинарий. Отдыхали вместе в местечке Провары, где Васнецовы снимали дачу, и виды которого младший брат увековечил в своих пейзажах. Параллельно с заказом Виктор Михайлович писал для себя. Здесь он заканчивал Ивана Царевича на Сером Волке, ради которого мастерскую заполнили предметы, восхищавшие и пугавшие любопытных детишек. Волчья шкура с головой, чучело тетерева, живая лягушка в банке. В Киев перевезли массивных богатырей. И картина много лет стояла, неторопливо дописываемая в мастерской. Окончена она будет только в 1898 году по возвращении в Москву. Сын Алексей вспоминал, что это полотно, которое натягивалось в каждой квартире, где жило семейство. Было для них детей частью домашней обстановки, как стены и потолки. За ним можно было спрятаться и выскочить с воплем, пугая малышей. Самый маленький особенно боялся черного коня со страшным красным глазом. Того, на котором восседает Илья Муромец. Здесь, в Киеве, в 1889 году появился на свет младший сын. Имя ему было предопределено. Младенца нарекли Владимиром. В августе Виктор Михайлович после 4-летнего перерыва навестил Абрамцева и его обитателей. Тут о радости было. Напрасно он тревожился, что разлука могла развести давних товарищей. Мамонтовы встретили радушно. Снова были разговоры с Елизаветой Григорьевной о жизни и искусстве. Собратья-художники спешили из Москвы, чтобы повидаться со старым другом. Эта поездка воодушевила и позволила с новыми силами приняться за работу. Конечно, над росписью собора Васнецов работал не один. Помогали несколько художников, подмастерья. Был привлечен к работе Михаил Рубель.
В 1887-1889 годах он трудился над эскизами, но его неординарная манера письма не была оценена строительной комиссией, и живописец-новатор был отстранен от работы. В росписи остались лишь его орнаменты. На смену Врубелю приехал Нестеров. Художники стремились познакомиться еще в Абрамцеве, но разминулись. Судьбе было угодно свести их на лесах Владимирского собора и сделать друзьями на долгие годы. «Наши имена произносятся вместе, мы какие-то Штоль и Шмидт», – писал Нестеров. Работал в соборе и подросший Дрюша Мамонтов. В общей сложности Васнецов расписал собор эти 1840 квадратных метров, создав 15 картин и 30 отдельных фигур, разработал орнаменты, часть которых исполнил лично. Им были написаны в центральной апсиде Богоматерь с младенцем, в куполе апостолы, Христос Содержитель, Евангелисты, преддверие рая, в главном иконостасе Борис и Глеб, княгиня Ольга, Александр Невский, Нестор Летописец и другие. Труды эти помогали живописцу совершенствовать мастерство. Публика и критика привыкали к далекой от реализма, но реалистичной по форме манере художника. В 1890-1891 годах Васнецов окончательно распрощался с товариществом передвижных художественных выставок, выйдя вместе с Репиным из состава товарищества. Поводом послужило его несогласие с новым антидемократическим уставом и консервативной политикой, которую вели старики во главе с Мясоедовым. Но к тому времени Васнецов и стилистически был далек от передвижнических идеалов. В 1891 году страшная беда приключилась у Мамонтовых. Заболел и умер Андрей, 20 с небольшим лет, подававший надежды как архитектор, успешно выступавший в спектаклях домашнего театра. Вспоминая его в роли Искорки, персонажа, написанной отцом пьесы «Алая роза», Васнецов вздыхал. «Искорка. Проблистал перед нами искоркой». Похоронили Дрюшу у стены Абрамцевской церкви. Виктор Михайлович, не зная, как еще поддержать друзей в их горе, поставил над могилой часовенку. Позже это место стало фамильной усыпальницей. Здесь же покоятся супруги Мамонтовы, их дочь Вера Савишна, Верушка, и ее сын Сережа. Весной 1891 года семья Васнецовых возвратилась в Москву и сняла жилье в Лефортове, в Демидовском переулке. По воспоминаниям сына, Виктор Михайлович не любил, когда у него над головой кто-то ходит, и селился всегда на последних этажах. Здесь они заняли весь дом. Верхний этаж некогда двухэтажного здания сгорел, и о нем напоминала только лестница в сенях, упирающаяся прямо в потолок. Настал черед встреч и расставаний. Отныне работа строилась так. Виктор Михайлович работал в Москве над эскизами и высылал их в Киев. Там его помощники по этим эскизам чертили контуры углем и рисовали подмалевок красками. Затем Васнецов приезжал в Киев, где надо подправлял, оканчивал же работу всегда сам. Бывали из-за этого накладки. Отлучаясь, отчаянно скучал по семье, не терпелось поскорее закончить работу. К росписи подключился Аполлинарий Михайлович, воплощая задумку брата, написал сцену «Четыре стихии» – «Земля, вода, огонь, воздух». В эти годы Академия художеств вспомнила о бывшем ученике. В 1890 году Васнецов получил письмо из Петербурга с просьбой принять участие в составлении нового устава Академии художеств. Сначала и слышать не хотел,
о лишних хлопотах. Полностью поглощенный работой в соборе, но судьба Альма-Матер не была ему безразлична. Тем более, что в правительственную комиссию, занимающуюся реформой Академии, вошли такие люди, как Репин, Третьяков, Поленов. В итоге преобразования Репин возглавил мастерскую живописи, а Васнецов получил предложение возглавить мастерскую религиозной живописи. Заняться преподаванием в Петербурге у него не было ни малейшей возможности, его кисть была необходима в Киеве, а сердце оставалось с семьей в Москве. Тем не менее, в 1892 году Совет обновленной Академии художеств присвоил Виктору Михайловичу звание профессора живописи, а в 1893 году избрал его действительным членом Академии художеств. Получив в Киеве гонорар, профессор Васнецов задумался о том, что съемное жилье тесновато для его большой семьи. Задумал он построить собственный дом. Просторно, с большой мастерской, в которой легко разместятся масштабные полотна, такие как «Богатыри». Выбрал место в Третьем Троицком переулке, начертил проект. Как когда-то, работая над декорациями к «Снегурочке», сочинил Берендеевы палаты, так теперь придумал архитектурную сказку для себя, царицы своего сердца и милых чадушек. Фантазия чуть было не разбилась о суровые реалии московского быта. У Златоглавой, пережившей не один крупный пожар, законы о противопожарной безопасности довольно суровы. На каменный дом денег не хватало, а деревянный, по правилам, имел ограничения. Высоту не более 12 аршин от земли до карниза. И необходимость иметь две пожарные лестницы для помещения нужных художнику размеров. Этой высоты для мастерской было недостаточно, да и вторая лестница, забранная по правилам в отдельный сруб, заслонила бы драгоценный свет из огромных окон. Пришлось писать прошение московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу, и по его специальному разрешению для художника сделали исключение, позволив мечте осуществиться. В 1905 году Сергей Александрович будет убит, а Васнецов поставит на место его гибели в Кремле крест в русском стиле, который уничтожит при советской власти и восстановит в наше время в Новоспасском монастыре. Разве у художника мог быть обычный дом? Знаменитые деревянные резные постройки в Абрамцеве архитекторов Гартмана и Ропета казались Виктору Михайловичу слишком декоративными. Его собственный сказочный терем в русском стиле вышел без излишеств, но с изюминками. Большую часть дома оштукатурили для тепла и побелили, но оставили нетронутой башенку теремов. Деревянный сруб с причудливой крышей и оконцами под стать горнице спящей царевны. Винтовая лестница на второй этаж, резная и расписная деревянная мебель, печи изразцами, по эскизам серьезно увеличенного керамикой врубеля, изготовленными в мастерской у Мамонтовых. Строили дом по рисункам хозяина, владимирские крестьяне. Во время отлучек Виктора в Киев строительством руководил Аполлинарий. Воплощать задумки помогал и брат Аркадий, владевший искусством резьбы по дереву. Затейливые буфеты и его работы, выполненные по рисункам Виктора Михайловича, украсили бы и трапезную какого-нибудь сказочного царя. В 1894 году семья художника отпраздновала новоселье. Здесь устраивали васнецовские четверги, читали книги, играли на фортепиано, ставили домашние спектакли, спорили, обсуждали последние новости. Желанными гостями были Репин, Суриков, Поленов, Нестеров, Серов, Куинджи. К художникам присоединялись Горький, Чехов, Шаляпин. Захаживал философ Булгаков.
В доме своей мечты живописец прожил до конца своих дней. В 1896 году в связи с долгожданным окончанием работы в Владимирском соборе, а в 1898 в связи с 50-летним юбилеем Васнецова интерес к личности художника и его творчеству возрос. Потянулись письма от Кигана, Прахова, Стасова с вопросами о его биографии для публикаций в прессе и памятных альбомах. По природной скромности художник уклонялся от ответов как мог. Пристальное внимание публики к его персоне смущало. Тошно про себя читал. Его душевный настрой в эти годы философичен до афористичности. Крылатые фразы слетают с уст одна за другой. Старости сущности нет, а выдумала ее глупая молодежь. Грустим мы более о потере молодых иллюзий, истину начинаем видеть без покровов. А голая-то она как-то очень уж ребриста. О своей религиозной живописи Васнецов говорил: может быть, свечка эта и из грубого воску, но поставлена она от души. Собор, истомивший, отнявший столько сил и времени, причина долгих тяжких разлук с семьей, по окончании работы освещенный и освещенный ярким электрическим светом, внушал гордость за свершенное дело. Чувствую, что годы труда и мучений даром не пропали. Теперь можно было уделять время станковой живописи, участию в выставках, общественной работе. Васнецов делал поправки к закону об авторском праве, над разработкой которого трудилась комиссия Академии художеств. К делу профессор живописи подходил со всей основательностью, помня, что закон коснется не только современников, но и потомков. Экспонировал картины в Петербурге, Нижнем Новгороде и Стокгольме. Писал образа для Георгиевской церкви «Гусь хрустальным». Любовь к русской истории воплотилась в мощной, по своему эмоциональному накалу, картине «Царь Иван Васильевич Грозный». Наконец-то окончена многолетняя работа над богатырями. Третьяков, незадолго до своей смерти, затеявший перевешивание картин в галерее, по совету Поленова выделил под васнецовские работы отдельный зал. Только преддверие рая не поместилось и осталось висеть на прежнем месте. Под занавес века художник провел в Петербурге первую из шести персональную выставку. 38 работ, среди которых «Богатыри», «Витязь на распутье», «Битва скифов со славянами», «Сирин» и «Алконост», «Песни радости и печали», эскизы декораций к «Снегурочке» и «Русалке» были предъявлены публике в стенах Академии художеств. Посетителей поначалу было немного, потом горожане раскачались и потекли в залы Академии, привлеченные отзывами критики, пресса и художественное сообщество отозвались на выставку «Живо». Теплее же всего ее встретили ученики Академии, юное поколение художников. Почтило высочайшее внимание сие мероприятие и царская семья, государь Николай II, даже заказал художнику копию с его гусляров. Сокровищница выполненных Васнецовым книжных иллюстраций в 1890-е годы пополнилась рисунками к юбилейным изданиям Лермонтова и Пушкина. В последние десятилетия XIX века один за другим ушли из жизни Третьяковы. В 1892 году Сергей, младший брат Павла Михайловича, собиратель картин. В 1898 году сам Павел Михайлович. Свои коллекции вместе с галереей братья, как известно, завещали Москве. Вера Николаевна Третьякова ненадолго пережила мужа.
после ее кончины в 1899 году московские власти решили объединить опустевший дом в Лаврушинском переулке с галереей общим фасадом, поручив разработку проекта другу семьи Виктору Васнецову. И в начале 1900-х годов васнецовская фантазия подарила новый облик дому, в котором живописец так любил бывать прежде, наслаждаясь чарующими звуками фортепиано, что извлекали волшебные руки Веры Николаевны, и галереи, бережно сберегающие его полотна. Работал над фасадом Васнецов бесплатно, отдавая дань памяти человеку, так много сделавшему для российского искусства и для художников своего времени. Мамонтовы в 1899-1900 годах пережили новую беду. Вследствие министерских интриг попал под суд якобы за растрату и был разорен, хотя и оправдан под нажимом общественности, Сава Иванович. Он был изрядно подавлен случившимся. Васнецов оказался среди немногих, кто не отвернулся от опального предпринимателя. Друзья Васнецов, Поленов и Репин посылали Саве Ивановичу ободряющие письма в поддержку, но вернуть ему прежней веселости и задора не могли. Имущество Мамонтова пошло с молотка. Картины кисти Васнецова из его коллекции приобрел Русский музей. Единственной отрадой оставался керамический заводик Абрамцева, который Мамонтов открыл на основе своей гончарной мастерской и перевез в Москву за бутылки. Здесь трудились Врубель и Ваулин, известный в те времена мастер-керамист. Здесь же по заказу Васнецова Ваулин готовил изразцы для фасада Третьяковки. Золотые времена мамонтовского художественного кружка закончились. Абрамцева, записанная на Елизавету Григорьевну, кредиторам не досталось, и Васнецовы еще гостили там временами, но все уже было не то. Пришла пора упадка. Давненько присматривались Виктор и Александр к собственному загородному жилью, и в 1901 году купили наконец-то дачу близ Ванькова, в 20 километрах от Абрамцева, на берегу любимой москвичами реки Яхромы. Местечко назвали Новое Рябово в честь малой родины художника. На новоселье Мамонтовы преподнесли Васнецовым стол, который когда-то давно расписал Виктор Михайлович, из которого началось в абрамцевских мастерских столярничание. «Прощай, Яшкин дом! Здравствуй, старый деревянный дом с мезонином! Липовый парк! Художник завел коров, лошадей, сам косил им сено, сам дрова рубил. За пасторальными занятиями не забывалось и творчество». Одна за другой начинают сыпаться на Васнецова награды и регалии. 1900-й – действительный член Музея изящных искусств. 1920-й – почетный член Строгановского училища, награжден красной ленточкой, французским орденом почетного легиона. 1903-й – почетный член Киевского общества древности и искусства. 1904-й – почетный член Общества поощрения художеств. 1905. Серебряная медаль в память основания Русского музея за пожертвование рисунков к мозаикам храма Воскресения в Петербурге. 1908. Действительный член исторического музея. И это при том, что художник не только никогда не стремился ни в какие общества и комитеты, но и всегда пытался вежливо уклониться от навязываемых ему почетных обязанностей. Но как человек неравнодушный, волей-неволей втягивался в дискуссии и о художественно-промышленном образовании в России, и о порядке содержания Третьяковской галереи, и об устройстве музея изящных искусств, подавая дельные идеи и ценные советы. Пусть творчество Васнецова подвергалось нападкам со стороны мира искусников Дягилева и Бенуа,
Повлиять на мнение отдельных художников они еще могли, но препятствовать славе художника, вышедшей за пределы родной страны, уже нет. В сентябре 1905 года, накануне принятия Октябрьского манифеста, состоялась очередная персональная выставка Васнецова в Петербурге, которая пользовалась успехом, но вынужденно закрылась до срока. Революционно настроенные студенты устроили митинг в залах Академии, где экспонировались работы Васнецова. Возмущенный их выходками, как неуважением к свободе творчества, Васнецов вышел из Совета Академии художеств. Мотивы васнецовского творчества остаются прежними – религиозная живопись, сказка и былина, баян, бой Добрыни Никитича с семиглавым змеем Горынычем, песня Сальгари. Первая мировая война не могла оставить художника равнодушным, тем более что членов семьи она коснулась непосредственно. Мишу призвали на службу, Таня с утра до ночи трудилась в лазарете, ухаживая за ранеными. Виктор Михайлович жертвовал своей работой на патриотическую тему для благотворительных мероприятий в пользу пострадавших. Революция 1917 года ошеломила, подавила. Любовь к народу не означала одобрение террора, разрухи и уничтожения дворянства. Васнецов был дружен с графами Толстыми, его работы с удовольствием приобретали представители семьи Романовых. Усадьбу отобрали большевики. В 1919 году Васнецову потеряли сына Борю. Михаил, которого революция застала в Одессе, был вынужден эмигрировать в Чехословакию. Преодолевая тяготы, художник продолжал трудиться. В 1917 году вступил в Художественный союз изографов. В 1918 году – Союз русских художников, которому помогал с первых шагов участием своих картин в их выставках, поскольку в объединении состоял Аполлинарий. В годы советской власти Васнецов продолжал следовать любимой теме, писал картины «Ковер-самолет», «Спящая царевна», «Царевна-лягушка», «Кощей бессмертный», «Царевна-несмеяна», «Сивка-бурка», «Баба-яга». Работа над каждым полотном затягивалась. Готовые эскизы порой невозможно было перенести на холст ввиду отсутствия холста, красок. Мастерская плохо отапливалась, работать было тяжело. Но он работал до последнего. Удивительно, но в период борьбы с опиумом для народа Васнецову удавалось заниматься реставрацией икон, доказывая новой власти, что те имеют не идеологическую, а художественную ценность. Советы наконец-то признали художника, назначили персональную пенсию, которая позволила продолжать занятия живописью. Для себя, не для денег. Покупателей в смутное время не находилось. Давно минула та пора, когда Третьяков спорил с великими князьями, кто кому уступит новую работу мастера. Нестеров написал с Васнецова чудный портрет в мастерской на фоне его работ. Виктор Михайлович был портретом весьма доволен и в ответ написал с Нестерова аналогичный. Портрет был почти закончен. Правда, мастер был готов еще долго доводить его до совершенства, накладывая то тут, то там аккуратные мазки. Но у смерти не хватило терпения ждать, когда работа завершится. «23 июля 1926 года художника не стало. В 1948 году дети Васнецовых передали отцовский дом в дар государству. Теперь это дом-музей живописца. В 1954 году Третий Троицкий переулок был переименован в переулок Васнецова, несмотря на то, что еще за полвека до этого художник писал: «Мне было бы поистине неприятно крайне, если бы его и вправду назвали моей фамилией. Сказка ведь не терпит медных труб». Ее рассказывают полушепотом.